привет всем нашим подписчикам и смотрящим без подписки. Последний день лета, жара плюс 27, самое время искупаться. И народу никого, сам главный. Нет такого, как весной, ил. Четко. Вода классная. Я даже думал, она холоднее будет. Кто с нами собирался в походы или куда-то? Что-то вы все пропали. Уж я там не знаю, что у вас за причины. В общем, что я хотел сказать. У нас есть видео с похода на озеро Рассоха. Мы там наснимали часа три. Монтировать очень долго. Я не знаю, когда я его выложу, потому что все лишнее надо отрезать. Это просто неинтересно будет смотреть. И это видео получилось сделать гораздо быстрее, чем то. Хотя первая часть готова. И она загружается, но видео весит оригинал 15 гигабайт. То есть вот он загружается у меня с этого телефона. Сами понимаете, что с мобильного интернета 15 гигов это вечность загружать. То есть пока загрузилось 7 гигов. Когда остальные 8 загрузятся, или сколько там? Ну да, я не знаю. Мы снова гуляем по лесу. Вон тут непролазные дебри, как всегда. Ты смотри, представляешь, что туда тебя ночью буквально спустят на веревке, да? Сколько от этой дороги? Не-не, просто, да, и ты такой, где скажешь, я? Где я? А образ горели 10 метров. И здесь так по обеим сторонам. Угарно. Что я могу сказать? Жесть. Нашли. Выбрать момент, когда погулять. Здесь с деревьев лосиные мухи прямо толпами нападают. А мы не знали, что здесь есть стол. Круто. Теперь можно здесь отдыхать. Тут даже под мусор есть. Кто-то уже отдыхает, да. Брошенная горящая спичка, пожар в лесу. Полностью согласен. Сейчас я вам расскажу вот про это средство. В общем, продается оно в Пятерочке. Средство вообще убойное. Тут прям пишут. На кожу не разбрызгивают. Только на одежду подходит детям до 2 лет. Защита до 15 суток. Заметил, что если вы набрызгаете это дело себе на шею. Посмотрите видео, где мы в походе. Я там вот так набрызгал себе бандан и фигакнул вот сюда за шиворот. В общем, получается так. Оно попадает вот на это место. И вот все вот это место гарантированно сутки спать не будете. Всю ночь как будто вот иголками колят в разное место. Ты вообще не можешь уснуть. Не болит ни голова, ничего. Но вот лежать вообще невозможно. Я уже 2 раза так лоханулся. Я думал, что с первого раза, ну, совпало. Думаю, может, это не от этого. Мы тоже из леса пришли. А сейчас это жесть. Когда я не спал вторую ночь, представляете? Подведем итоги лета. Лето прошло странно. Было как было.
Но с другой стороны, и так хорошо. Где мы только не были, что мы только не видели. Я знаю, что там какие-то вообще люди писали в комментариях, я их даже не знаю. Если они ждут там каких-то видео еще из каких-то церквей, мы уже облазили в округе все церкви, ну, которые разрушены, то есть обсмотрели все, переглядели все, нового ничего нам снять здесь нечего. Последняя вот, да, церковь мы были в Ивановскую область, ездили в апреле. Вот там, конечно, было куча впечатлений. Но опять это все было весной. Идем вот по этой тропинке. А тут, короче, змеища вот такая, блин, толщиной. Ползла вот куда-то сюда. Я думаю, конечно, это уж. А может и не уж. Здесь тепло же от солнца на земле было. Вот они, похоже, тут лежали, тихо, мирно спала она. Я почему вам всем говорю, вот, пока вы змею первые не будете мучить, а она кидаться не будет, они вот так вот все уползают и все. Вот я тебе об этой дороге говорил, что если мы пойдем в следующий раз, ну, не к нарам же, а к каналу вот туда. Мы вот пришли оттуда, вот покажи дорогу. Давай назад. И вот эта самая дорога, тоже смотри, она, кстати, разъезженная. Значит, там где-то, наверное, мягко говоря, воруют лес. Ну или еще что-нибудь. А еще у меня была такая мысль. За мной вот поворачиваю. У меня была мысль такая, да? Вот братья же в лесу живут в той стороне. Заметьте, кстати, всем тоже пофигу, что в лесу живут люди, да? Пока, как говорится, как бабушки старые, жареный петух в жопу не клюнет. Ой, блин. Никто ни о чем не пошевелится, да? Вот. Сходить их снимать. Ну, смысл я тоже не вижу. Меня многие просят, вот кто видел эти про змей видео, говорит, блин, сходи, поснимай там, что, как они живут. Я, во-первых, с ними не договаривался насчет того, что я приду их снимать. Смысл? Живут люди и живут. Что их трогать-то? Посмотри туда, посвети, там никого. Что-то такое ощущение, как будто кто-то шел. Не. Это, ветки шумят, листья. Так что, наверное, видео, где живут братья, не будет. Но если я только опять случайно туда, гуляя по лесу, не набреду на их постройки. Я сейчас, если разобраться, даже и не найду, где они живут. Я тогда вот так кругами ходил, змеи искал, искал и нашел вместо змей поселение братьев. А, вот, слышит по верхушкам ветер дует, а такое ощущение, что тут в темноте идет. Ладно, туши, пойдем.